Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер, я продолжаю проходить StarCraft 2 Legacy of the Void, дополнение ново. Поехали! Доминион всегда возглавлял сильный лидер. Отец оставил мне тяжелое наследие. И я ценю поддержку народа. Именно поэтому защитники человечества обвинили меня в неспособности противостоять зергам. Я не мог игнорировать эту клевету. Моя администрация провела расследование недавних инцидентов. Защитники применяли пси-излучатели, чтобы вызвать нападение зергов. Они же намеренно спровоцировали протосов. У нас есть неопровержимые улики. Соответствующие приказы были отданы генералом Каролиной Дэвис. Она взята под стражу и обвиняется в измене Доминиону Тирана. Скоро я публично объявлю дату суда. На. У врага численное преимущество. Чтобы удержать город, нам потребуется больше сил. С нами связалось несколько отрядов защитников. Похоже, низшие чины ничего не знали об истинных планах Дэвис. Ваша речь открыла им глаза, и они хотят помочь нам. Хорошее начало. Их заставы на передовой сдержат Талдаримов, пока мы подготовим подкрепление. Я прикрою их. Вместе мы постараемся не пустить Талдаримов к нашим базам в центре города. Нам понадобятся освободители и танки, чтобы укрепить позиции. И пара КСМ для ремонта. Вы, как всегда, предусмотрительный, Райгель. Нам пригодятся все доступные ресурсы. На Вардоне было объявлено чрезвычайное положение после того, как планету атаковали силы протосов. Под обстрел попали Император и ряд высокопоставленных чиновников. Атака началась, когда Валериан обнародовал улики против защитников человечества и генерала Дэвис. Коротко. Такс. Никогда не возиться с тобой. Теперь мы сможем сами строить крейсеры, Нова. Если тебе интересно, я разработал для них улучшение. Thank you.
Так, ладно. Что это? Как интересно. Так, это мы знаем. Так, ну этим петушкам можно и это оставить. Тут больше ничего нет новенького, да? Можно крепить. Херня, на этих похер. Поехали. Так, ребят, такая вот странная стилистика, это, конечно, прикольно. Во втором дополнении это было ничего так, но сейчас это уже пиздос. Вы что, тупо экономите? Ой, FPS-очку мне прибавьте, будьте добры. FPS-а нет. Не чувствую FPS-а. Силы противника движутся по центральным улицам к этим точкам. Я запросил помощь флота Доминиона, но его прибытия еще нужно дождаться. Как только он будет здесь, наши крейсеры без труда разберутся с толдаримами. А пока вы можете строить свой собственный флот. Это мы и собирались сделать. Но нам понадобится центр синтеза, а также значительные объемы ресурсов. Да уж. Победа над Алараком обойдется недешево. Режим готов. Пристройка завершена. Уж я постараюсь. Говори громче. Сюда отправим два осадника. Жду подтверждения. Режим готов. Кого подлатать? Выкладывай. Пристройка завершена. Режим готов. Недостаточно минералов. Ага. Недостаточно минералов. А то мне эти рядовые позиции нужно защищать. От черта. Жду приказаний. Режим готов. Идеально. Что тут особо? Кем порадуй? А, командир. Пускаю двигатель. Выкладывай. Эй, куда? Здесь. Работай. Положись на меня! Эй, Лука! Режим готов! А? Что происходит? Приближаются бессмертные Толдаримов. Если не дать отпор, они прорвут нашу оборону. Предоставьте это мне. Требуются дополнительные хранилища. Ой, бэй. Топ хранилища. Клиент на связи. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, ускоренная постройка, это, конечно, хорошо. Недостаточно минералов. Императоры умеют с таким разбираться. К
Какова ситуация? ИСМ готов! Она куда-то на передовой, да? Вообще-то на передовой. ИСМ готов! Ой, второй либер что-то тупит. Давай тоже. Идеально! ИСМ готов! ИСМ готов! Кругом враги! Говори громче! Режим готов! Так, денежки уже идут. Отлично. Недостаточно минерала. Недостаточно минерала. Не расслышал. Режим готов! Ядерная ракета готова. Связь. Требуются дополнительные хранилища. Зачем лагать, да? Недостаточно минералов. Зачем лагать? Зачем страдать? Режим готов. Требуются дополнительные хранилища. Недостаточно минералов. Требуются дополнительные хранилища. Я приказал защитникам человечества строить баррикады на боковых улицах. Талдаримы наверняка скоро нападут на них. Твоя помощь придется очень кстати. Поняла. Еще и туда строить всякую. Кому навешать? По данным сканеров, излучатели пустоты пойдут в атаку с левого фланга. Я их перехвачу. Страшно. Спасибо, Райгель. Делать нам шаги в сторону готов. В сторону нашего технологического будущего. Жду подтверждения. Выдвигаюсь. Режим готов. Раскатал их на изи. Увеличим добычу газа. Выкладывай. Есть рободен. Так скажешь. Недостаточно ли спермы? СМ готов. Требуются дополнительные хранилища. Как же вы меня затрахали со своими тут хранилками? Ой, я что-то нарушил. Да, да. Ну да, конечно. Талдаримы усилили натиск. Внешний рубеж обороны не выстоит, если не разместить там постоянный гарнизон. Это нормально все вроде. Если не удержим периметр, протосы объединят свои силы, и тогда нам точно не поздоровится. Ну ладно тебе, нормально все. И они наверняка уничтожат местный исследовательский центр. Пропадет столько ценной информации. Это где? Я сделаю все, чтобы его защитить. А, Централ? Нет, Централ херня. Централ не спасет. За Централ не волнуйтесь. Синтеза. Чего пугаешь?
Осторожнее, Нова. Справа приближается еще одна группа излучателей. Рикошетная ситуация. Нова! Зачем ты помогаешь этим ничтожествам? Надо так. В городе полно мирных жителей. И ты это знаешь. Тебе на них просто наплевать. Кажется, я перестрался с тремя старт-портами. Экипажу занять боевые посты. Черт. Нова, прибыли первые эскадры флота Доминиона. Они поддержат нашу оборону. А, заебись. Крейсеры класса Горгона особенно эффективны против больших скоплений войск противника. О, Горгоны! Охереть! Я прикажу им зачистить поле боя по твоей команде. Вот это я понимаю. Давай, удиви меня! А, они еще и восстанавливаются. Да не, Горгона было больше. Ребят, Горгона было больше, это не Горгона. Давай, удиви меня! Блин, не успеваю накопить денег на 400 фото. Флот вызывали? ТСМ готов. Экипажу занять боевые посты. Флот вызывали? Да, всего лишь на три хватает. Прошу тебя, прошу. Двигай давай. Прочищай тут все. Так, все. Группа бессмертных приближается к базе по центральной улице. Нова, срочно вызови Горгону. Нормально, все, не пишу. Недостаточная Виспена. Недостаточная Виспена. Ну, хватает ведь. На связи. Хранилище? Ну, охуеть. Есть работенка. А, все. Еду. Типа мне тут всего хватает. Все это время, да? Ну, давай армию маринцев, что ли? Понял. Вот так вот, в общем. Гарпаны пошли.
связи. Братух, как дела? Ладно. А, стоп, у меня скорость, наверное, маленькая, кстати, игра. А, не, очень быстро, все правильно. Фу, взял, отменил крейсер. Но я умею. Я уже почти достроился. Флот вызывали? Тут у нас море бараков строится. Кстати. Что происходит? Есть работёнок? Да, да. Есть? Арсенал. Водишь. Так, а где горгоны? Вон горгоны. Скучно. Приготовься. Слева приближаются странники гнева. Вот. Что это? Окей. Переход, пидорасики. Кто тут на опиздюливание? Есть! Ой. Флот вызывали? Это ловушка! Пиздюля у него произошло успешно. Это ловушка! Посылайте подмогу! Торопись. Черт, КСМ не могу вызывать. Что стряслось? Снимаю вас. Требуется помощь. Ребятня. Пристройка завершена. Странники гнева снова собираются в атаку на наши позиции. Да вы затрахали уже. Здесь нельзя строить. Странники гнева какие-то. Неужели такие? Вызывали? Всех собрал. Как угодно. И мои крейсера. Ну? Высылайте подмогу! Так, крейсера мои. Флот вызывали? Там ваши странники гнева. Как угодно. На упиздюливание. Это ловушка. Император, только что прибыли оставшиеся корабли флота Доминиона. Наконец-то. Отправьте их закрыть бреши в нашей обороне.
А генерала Дэвис переведите на один из кораблей и удвойте охрану. Не спускайте с нее глаз. Конечно, император. Сыкует император. Неподходящее место для посадки. Так, морпех, Групс. Как тут у нас? Надеюсь, последняя миссия будет эпичной. Неужто? Я там последняя. Ой, я про грейды забыл совсем. Пристройка. Ой, а тут всего два грейда. Их вернули опять, чтобы было два, а не три. Требуется помощь. Лот вызывали? Что? Да, там на пиздюле мне нужно их отправлять. Какую сторону? Бэкман. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Почти попал. Снова бросить вызов владыке Алараку? Невиданная глупость. Даже для тирана. Сюда подошел. Сейчас будем тебя унижать. Женара? Ну, конечно. Чтобы Аларак хоть пальцем пошевелил. Это ловушка! Неужто? Кругом враги! Ну, кто там на пиздюле? Не торопись. Требуется помощь. Главный корабль. С Женарой покончено? Сомневаюсь. И Талдаримов здесь еще достаточно. Битва продолжается. Ой, это мой крейсер остался здесь. Один-одинешенько. Армия Мариков. Как создать непобедимую армаду? Клепать Мариков. Снова на связи. Улучшение завершено. Улучшение
Завершено. Так, рейды 1-1 готовы. Брось дороги! Приказы будут? Давай, удиви меня. Повтори. Отлично. Маринасы тут у нас скопились. Требуется помощь. На опиздюливание. Чё, под конец меня там рашить не будут никто. Мне даже порашить не хотел. Давай, хочу, меня. Чтобы у меня вся армия состояла лишь из таких мариков. Брось дороги! Экипажу занять боевые посты. Вся армия. Марик. Есть, все, я сказал. Рабы мне тоже не нужны. Что стряслось? Сбивайте их. Кого подлатать? А? Да будет мясо. Есть, нападем. Кругом враги! Кого подлатать? Экономика не нужна. Мне как бы и денег до хера. Блин, чувствую, не успею наклепать. Кому навешать? Либератор, это что такое? Наши КСМ атакованы. О, да, режь их. Режь их всех. На упиздюливание. Наши КСМ атакованы. Большая группа излучателей направляется прямо к нашим позициям. Я разберусь с ними. Наши КСМ атакованы. Кому навешать? Там пиздюливание. Наши КСМ атакованы. Вооружен и опасен. Бригада Маринасов! Бой! Наши КСМ атакованы. Вооружен и опасен! Наши КСМ атакованы. Какова ситуация? На глобальное упиздюливание. Бой, ты душишь. Кому навешать? Подмогу! Аннигиляция. Наши КСМ атакованы. Аларак снова испытывает меня. Я не подведу. КСМ-ки дерутся. Давайте подеремся. Больше маринов. Дженара отправила в атаку остатки флота смерти Нова. Мы закончим этот бой. О. Так или иначе. А тут группа серьезная на самом деле. Давайте начнем. Улучшение завершено. Управляем. На упиздюливание. Улучшение завершено. Карапузиков моих. Бегом! Стимпак! Аннигиляция. Давай, удиви меня! Блин. Когда у тебя 6 кадров, не очень идут на них. Он сойдет. Кто на новенького? Одна из баз на внешнем рубеже вот-вот падет.
Срочно требуется подкрепление. Уйди. Как говорят мои марики, проще дороги. Какова ситуация? Нова на связи. Я уже дождался. 183 марика. Что может быть лучше? Только 200 мариков. Кому навешать? Ой, у меня тут КСМ типа выживали, вот тебя. Давай, удиви меня! Чего пугали? Бегом, Ор! Жду подтверждения. 193. Марика. Наши КСМ атакованы. Где ваш флот смерти? Стоял. Огуршип, привет. Хочешь аннигиляцию? Повторю. Я ее устрою. А вот пиздюливание. Ва-ха-ха. Что такое? Перехватчиком, ты скажешь? Не, друг мой. Тебе не помогут перехватчики. Сдохни. Хе-хе-хе. Что случилось? Снова что-то не так? Ой, я уже выиграл. Поняла. Талдаримы понесли тяжелые потери. Они проиграли. Твою мать, я хотел. Мы тоже получили серьезный урон. Отзывайте флот, Хорнер. Возвращаемся на Кархал. Один из кораблей не отвечает. Медуза. На ней держали Делис. Да твою ж мать. Сканеры показывают, что Медуза ушла с орбиты. Значит, мы ее потеряли. Нова, возвращайтесь на Грифон. Нам нужно поговорить. Да твою ж мать. Ну что ж, на этом я закончу, собственно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.